Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на майонез Рика Провансаль. 100% натуральный. Так. Здесь у нас 800 мл. И купила я этот майонез в магазине Светофор за 60 рублей. Давайте посмотрим сам майонез поближе. Вот у нас Рика написано, майонез Провансаль. Так, здесь написано, что он содержит у нас. Содержит подсолнечное масло рафинированное, вода, сахар, яичный желток, соль, горчичное масло нерафинированное, пищевые волокна цитрусовые. Вот, и тут даже вот есть рисунок. Для тех, наверное, кто, может быть, не умеет читать. Или, наверное, это что-то другое, не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Или, может быть, это с чем его можно есть. Нет, наверное, это состав, скорее всего, мне кажется. Так. Тут также пищевая ценность в 100 грамм. Давайте, посмотрите. Такой он большой. Так, у нас жиры 67, белки 0,4 и углеводы 2 грамма. Так, как его правильно хранить? 150 суток, чтобы он у вас хранился. Как хранить, чтобы 90, если... И 70 суток. Прям смотрите, целая графа, и прям все расписано. Это очень удобно. И также у нас здесь есть состав. Вот. Поближе вам. Почитайте. Состав, в принципе, я сейчас почитала. Все то же самое, что и вот тут написано. Только еще вдобавок плюс уксус. Там чего-то. Сейчас. А, регулятор кислотности, уксусная кислота. И краситель каротин. Ну и пищевые волокна, там они написано, что они есть. То есть плюс еще вот это. Так, посмотрим остальные. Здесь посмотрите, какой штрих-код, даже какие-то цветочки. Сейчас в последнее время стали делать вот такие вот интересные штрих-коды. То цветочками, то они там какой-то еще. Этот майонез я всегда беру в Светофоре, покупаю. Потому что здесь большая пачка, стоит недорого. То есть хватает надолго. И почему мне нравится именно Рика? Потому что у него состав более натуральный. У других майонезов что-то там, чего-то там написано, и вкусы мне не нравятся. А здесь мне очень нравится вкус. Вот. Это не реклама. Сразу говорю. И давайте же его попробуем с вами. Для этого нам понадобится с вами тарелочка и ложечка. Открываем майонез. Камера трясется. Опа. Здесь, кстати, смотрите, крышечка чистенькая. Столько я его уже там помучила, но он еще не выдавливался. Так. Сейчас будем с вами пробовать его. Посмотрите, он такой беленький. Не совсем, кстати, он не сильно желтый. Он ближе, наверное, белый, ближе, наверное, даже нежное какао. Нежное-нежное какао с молоком. Как бывает машины какао с молоком, мороженки их называла в детстве. Здесь вот такая же. Он держит свою форму. Не знаю, если я сейчас переверну, мне кажется, он перевернется. Да, он скатывается. Вот попробуем сейчас мы его немножечко на тарелку положим и попробуем размазать. Мы с вами так сметану проверяли. Есть тут наличие каких-нибудь козявок или нету? А, нет, нету. Есть пузырики. Я думаю, что это такое? Пузырики есть. Можно, кстати, рисовать. Очень красивые мазки получаются. Вот. И давайте же попробуем. Не зря он у меня тут на ложечке лежит. Не зря я его сюда положила на самом деле. Его попробуем. Давайте. Ну, уксус, конечно, чуть-чуть ощущается. В принципе, он ощущается в каждом майонезе. Вкус сам вкусный, мне нравится. В салатике он смотрится очень, прям вообще. Очень вкусно. Это мой не первый майонез, который я покупаю в Светофоре. Он такой не сильно соленый.
Ну, чуть-чуть солененький, да, есть, чуть-чуть, может быть, даже сладенький, что ли. Такой ароматный, такой, знаете, его хочется кушать и кушать. Вот. Вообще, на самом деле, мы майонез много не едим. То есть нам такой пачки хватает надолго. Вот. В основном я майонез кладу, мажу курочку, когда запекаю, или в салат. И все. Как бы больше я никуда его не использую, но мне интересно, куда используете вы майонез. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно, какие салаты, в какие салаты добавляете, потому что я просто в салат помидоры, огурцы обычно добавляю. Если мне хочется хлебушком там потом помакать, ну вот, так больше никуда не добавляю. Мама у меня добавляет их в блины, когда блины жарит, добавляет чуть-чуть майонеза. Они в блины становятся какие-то более вкусные такие, он что-то придает этот майонез. Вот, если наберется под этим роликом 25 лайков, 25 лайков наберется, тогда мы с вами этот рецепт опробуем. Вот. Это вам будет, может быть, интересно. Так, давайте с вами посмотрим его чуть-чуть поближе. Ну, мне очень понравился майонез. Вот, тем более он у меня не из холодильника, он у меня тепленький такой, прям ароматный очень. Очень нравится. Мы с вами, кстати, еще пробовали майонез один вместе с курочкой. Это был майонез «Красная цена». Вот я помню, он был очень противный, очень невкусный. То, конечно, вот этот майонез очень вкусный, мне очень понравился. Пишите обязательно свои комментарии. Покупаете ли вы такой майонез, именно Рика? Почему покупаете, мне будет интересно. И если не Рика, то какие майонезы вы покупаете, мне также будет интересно. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. 25 лайков мы с вами набираем и готовим блинчики. Вот. С майонезом, не со вкусом майонеза, с каплей майонеза блинчики. Либо вы можете в комментариях написать: хочу блинчики с каплей майонеза. Вот, то есть, ну, когда мама начнет перемешивать тесто блинов, туда добавляет, а не сами блины с майонезом. Это разные вещи. А на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Мы с вами 25 лайков набираем. А, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, если вы напишите мне комментарии. Я каждый комментарий ценю, оцениваю, отвечаю иногда, если есть на что отвечать. Вот. Также смотрите наши другие ролики, другие обзоры на продукты. Также продукты из Светофора, Фикс Прайса, Победа, из обычных магазинов, разные сладости, шоколадки Альпен Гольд, Милка, вот, консервы. Там очень-очень много всего интересного. Отдельный плейлист есть, где все эти обзоры есть. И там смотрите. Найдете для себя, я думаю, очень много интересного. Прежде чем какой-то продукт купить, можно посмотреть, как он выглядит, вообще он там вкусный или нет, а потом подумать, стоит ли тратить деньги на него или нет. Вот ради вот именно вот этого я и делаю эти ролики. Именно для вас. Все лучшее для вас. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.